Всем привет, это круто, я попал на ТВ, с вами Коля Местный. И сегодня я проснулся в багажнике и понял, что снимаю рок-концерт. Ну чё, привет, как тебя зовут? Наташа. Слушай, Наташа, ну как тебе здесь? Тебе все нравится? О, да, отлично. Ну чё вообще за туса, расскажи мне немножко, я просто честно не знаю. Ну, в общем, тут собрались 6 рок-групп и рубят мясо. И чё, вы тут кайфуете, да, вам все нравится? Кайфуете тут? Ну, пока только начали. Не, ну тут так, ну, очень громко, по-моему. Громко, да. Ну и чё, вообще часто такое проводится? Да, периодически, но хотелось бы побольше. Да? Так-то мне, ну, нравится. А? Нравится мне громко так-то. А ты еще будешь ходить сюда? А? Будешь еще ходить сюда? Да. А ты знаешь, кто вот это? А? Знаешь, кто вот это такие? Да. Асмедиа, скажи привет им. Скажи привет им. Привет. Что ты как тихо? Да давай громче. Вот, вот так вот сделай, вот так вот. О, молодец. А вы кто? Вы что тут делаете вообще? Кто вы? Кто вы? Выступаете? И че, как вы, что-нибудь ожидаете хорошего вообще? Ожидаем лучшего. Аж, вот это да, вот я тоже такого жду. И че, тебя как зовут? Максим. Максим, а меня Колян зовут, приятно, давай познакомимся. А тебя? Олег. Олег Колян, Коля Местный, здорово. Саня. Саня. Дима. Так, Саня, Дима, Антон, Николай, да? Да все, да по-любому так, ну ладно. Ты будешь Колей, договорились. И че, вы сегодня играете, да, кто-то из вас поет, кто-то играет? Да по-любому. И че, классно играете? Нравится, да? Нравится. 1000 поклонников есть? Нету. Нету? Пошел я отсюда. Да ладно, я закончу с вами. У вас так интересно. Водичка, наверное, вкусная. А я попить как раз хочу. Можно? Да, я потом попью. Ну давай, да, вот ты кто? Вот ты такой интересный весь. Так. Хардкорщик. Так. Гитарист? Да вот гитаристов я люблю, присаживайся. Что, не, ну тот, хрен с ним. Да. Взял мое место, да, он любит маму, так, и что, ты гитарист, ты играешь на гитаре, давно играешь? Не могу вспомнить. Не можешь вспомнить, да пил много, да? Да нет. Нет, не пил? По подъездам, да, я тоже люблю подъезды, там так тепло, тем более зимой. Вот девушка самая застенчивая тут сидит, девушка, расскажи нам что-нибудь интересное. Что? Не знаю, давайте я буду задавать вопросы, и вы на них отвечать. В каком году Александр I зашел на титул управления государством? Привет, как дела? Привет, ровненько все. А ты кто? Я барабанщик район 5-0. А что ты тут забыл? Мы здесь сегодня выступать будем. Барабанишь, значит? Да. С районом 5-0? Да. Круто. Нормально. А кто у вас в районе 5-0 есть? Так у нас 7 человек. Ну там такие пацаны такие, знаешь. Я не буду тебе говорить. Да я знаю, что там за пацаны. Не объясняй мне дальше. Нет, ну что, мы сегодня будем играть, ребята. Интересно. Приходи, послушайте. Я уже здесь, я уже пришел, я уже послушаю. Мы сегодня одни в этом, в таком стиле будем играть. Да, я знаю, у вас самый крутой стиль в городе. Спасибо, чувак. Вот видишь, я его поддержал. Я сразу знал, что ему понравилось, да? Как тебя зовут? Колян меня зовут, а тебя? Я Тёмыч. Тёмыч, тебе будем знакомы с Тёмычем. А ты знаешь, что он там, Колян, Андрей, короче, еще кто-то а есть? Я их не знаю. Вот и я их не знаю. Но там один барабанин тоже приколись, он прям нам набарабанил немножечко. На столе, да? Да, да. Я слышал. Еще классно? Пододвигайся к нам поближе. Сестра, наша... мы хотим тебя видеть. Сука, поговори в микрофон. Да. Сестра гитариста, привет. Здрасте. Как у сестры с гитариста дела? Нормально, все отлично. И ты на самом деле сестра гитариста? Малова. Малова. Вино пьют? Малов, это Малов. Малой. Малой. У нее, короче, брат гитарист Малой. Да и что, им классный гитарист, ну, гитарит. Гитарит. Я к вам тоже в гости, можно приду потом как-нибудь? На студийку приходить. Мы всем рады, конечно, да? Чаем разгоняться будем. Да, чаем-то разгоняться. Так-то это чувак крутой, да? Слушай, мне нравится. Вы только это потом вырежете, ладно, что чаем разгоняться будем. Ладно, мы не вырежем. А то у меня свадьба скоро. Видишь, я говорю, я его рассекретил. Ну и что, так давай, Тёмочка, набарабаним прямо, набарабанимся так. Ну так набарабанимся. Делать. Вот видишь, чувак вообще знает толк в людях. А че они ржут? Сними их, пожалуйста, немножко. Вот туда вот. Помидор, лыжи, огурец. Я не могу. С
Слышь, тема-то в чем? Но. Тут ребята собрались, и оказалось, что само мероприятие, оно я достигло понял. Такого грандиозного вот охуения, потому что музыкантов-то больше, чем народу, который пришел на этот концерт. По ходу дела, просто музыканты любят слушать друг друга. Да. Так это только в Рыбинске, да, на концерт да, музыкантов знаешь, приходят одни музыканты, тоже, да? В Ярославле тоже, и в Москве тоже такая же херня бывает, когда музыканты приходят послушать музыкантов. Ну да. Ну теперь это... я знаю, что в Москве и в Ярославле. Ну да. Но ну, если, конечно, ты неизвестная группа, как System of a Down, например, там, или еще кто-нибудь. Это кто такие? Меня зовут Алена. Алена, девушка, зовут, у нее такие красивые синие волосы. Честно, я себе такие же хочу. Ладно. Вот я тебе даже завидую немножечко. А что ты нам скажешь по мероприятию? Нравится тебе тут? Только эта песенка понравилась. Только эта песенка понравилась? Да. А тебе, блин, а больше что, ничего не понравилось? Ну, я только недавно пришла, а так только... А мы тебя оторвали от любимой песни? Прикинь, Арчик, я козел. Так. Она сказала, что я козел. Ну и что, ты надолго тут еще? Не знаю. До конца? Может. До упора? Наверное. До конечной? Да. Все, мы знали, Алена нас не подведет. Алена, скажи Асмедиа привет. Привет, привет. Привет, привет, Асмедиа говорит. Ну что, Алена, ну скажи что-нибудь напоследок, да? Спроси про волосы. Про волосы. Про волосы, говорят, спроси. Да. Про волосы, говорят, у тебя спросить. Ну что ты, а что ты все не покрасилась? Есть история у этой прически? Нет. Нету? Просто захотела и покрасилась. Я вот просто захотел, и может быть, когда-нибудь я покрашу синий цвет. Можно? Можно. Она мне разрешила, говорит. Больше. Нас будет больше, мы синеволосые! Ну как дела у вас? Все. Прекрасно. Супер, да, восхитите. А что это делаете, что там сидите? Нет, что нет, точнее, что вы тут сидите, а не там сидите? Звук оглушило. Мы решили передохнуть. Да. Меня оглушило. У них у всех разные мнения. Ну где-то я услышал звук да, есть лучше? Ну да. В Олимпийском? Конечно, нет, я не знаю, у меня не было. Была, горит в Олимпийском. И что, ну что вы мне вообще скажете? Расскажите мне что-нибудь интересное. Да нечего рассказывать. А что я тут разлегся? Как, я на моей руке. Да ладно. Да я разрешаю, разрешаю. Ну что, ну ты-то, да, по-моему, позитивный чувак, да? Конечно. Любишь хардкор, да? Конечно. Поешь где-то в группе, наверное? Конечно. Ну, конечно. Конечно. А не поешь, а играешь, может? Играю. Играешь? Играю. И поешь? Нет. Блин, ты какой-то разнообразный есть да. такой. Вообще чувак классный. Вообще. Чё, они свалили, прикинь, потихой. Чувак, ты прикинь, я тоже сваливаю. Да, куда же ты? Чувак. Я буду скучать. Ну куда же ты? Ну пожалуйста, ну всё, минуточку. Козёл. А чё ты сюда пришёл, потусить там, поиграть или чисто как посмотреть на чуваков? Я давно тут не был, ну у меня тут друзья выступают. У тебя друзья выступают, а сам ты не выступаешь? Нет, я танцую только. Ты танцуешь? Я тоже танцую, прикинь. Клёво, пойдём танцевать. Пойдём танцевать. А что танцевать? Себа! Хэппи просто прилетел он такой. Он выступает. Я знаю, я у него спрашивал. Это, по-моему, брат гитариста. Или брат гитарист. Да хрен ты, тебе что, здесь нравится все? Нормально. Мне тоже, а что ты? Вот я там видел на рок-концертах, там все вот так вот стоят, а ты так не стоишь. Ну, я попозже еще. Попозже, да? Ты еще трезвый. Я да. Не до конца пьяный. Вообще не пьяный. Не вообще, я тебе не верю. Серьезно? Да? Да. Ты прям такой серьезный. Сама серьезность. Да. Все, Я серьезнейший. Он свалил. Привет, это Лена, я ее знаю. Привет. Привет, говорит. Лена, как у тебя дела? Отлично просто. Отлично просто у Лены дела. Ну что ты нам скажешь? Все супер. Все супер. Нам все так. Нам все так говорят. Скажи что-нибудь. Супер. Скажи что-нибудь другое, пожалуйста. Например? Не знаю. Я тоже не знаю. И, например. Что? Я сюда пришла, на самом деле, с группой Flight. Да? Да. Я люблю их творчество. Любит она их творчество. Я тоже люблю их творчество. А это кто? Здорово, чувак, как у тебя дела? Да, чувак, я не знаю, я что знаю, говорить, что я без комментариев. Да стой, ты стой, ты стой на секундочку, что ты как? Давай расскажи, ну что-нибудь нам интересное. Скажи, расскажи стишок.
Я стишки не знаю. Давай стишок такой, чтобы он был как это, как рок. Можешь так? Как рок нет, я рок не слушаю. А что ты слушаешь? Я рэп люблю. Рэп любишь? Да. А я люблю рок, я рокер. Ого. Коля местный. Ого. Да. А ты рэпер, да? Я рэпер. Ты, наверное, читаешь? Я, да. А что читаешь? Лирику? Тогда про жизнь, про любовь. Про жизнь, про любовь, чувак, да. Читаю, да. Вот это тоже заядлый рокер. О, да. Вообще, ну нормально. Давай, ну что, давай что-нибудь по-рэперски-то прочитай. Да я сейчас не могу. А что ты? А у меня это... В туалет надо. Ну что, ты готов? Ты готов? Пионер всегда готов. Вот да, я знал. Давай ты самый отмороженный. Скажи мне, как у тебя дела. Коля, здравствуйте. А ты когда денег отдашь? Завтра. Послезавтра. Послезавтра. Отвечай. Послезавтра. Отвечай. Через неделю. Давай, как у тебя дела? Да все ништяк. Да, че, как туса тебе? Да, не знаю, еще не был. Не был, да. Ну, был. Ты, может, зайдем, посмотрим. На саундчеке. На саундчеке. На саундчеке. Там выступать, да, ты себя будешь? Да. Че, хардкорить, да, там всех ушибать, орать. Читать репчину. Да. На рок-концерте, да. Ну, а че бы нет? Да, ты зашел там, сказал, что типа я рокер, а начнешь читать рэп прямо на сцене, да? Нет, я скажу всем привет, здесь будет рэп. Да? Да. Еще и как думаешь, отреагирует зал? Да Зриель! Если ты меня слышишь, не заканчивайся. Никогда. Че? Гитарист, ВС, барабанщик. Пацаны, какой счет? 1-1. Ладно, самый интересный вопрос, кто проигрывает? Опа, опа. Давай, давай, я за гитариста. Давай, рви его, рви, рви, давай. Здорово, Стас, как дела у тебя? Здорово, нормально? Нормально. Здорово, нормально. Вот у вас все двое, у тебя братан еще все здесь, да? Давай скажем, что вы просто, ты один был, и ты переодевался очень часто. Давай так скажем. Ну, давай скажем так, очень много людей, и у меня на самом деле не один брат, у меня очень много братьев. Да? Да. У вас много, да? Ну, район 5-0, это же братство. А, ну да, у вас братство-то серьезное прям. Братство серьезное, конечно. Вот, вот, ну, на самом деле, у вас как бы все двигается, я вас очень давно знаю. Вы довольно такие интересные, ну, ребята. Да. Сначала делали крутой хип-хоп, а потом делали рок, а потом делали хип-хоп с роком. Роботцы, вы вообще кто такие-то? 5-0 район, что-то я таких не знаю. Вы вчера, что ли, читать, да, рэп свой начали? Вы на рок-концерт начали? Ну, мы приехали, да, сегодня. Что вы, ну, а вы сами-то подумали, нафиг вы тут нужны там? Да, ну как, чё? Ну мы думали об этом, мы думали, что, конечно, можно не слабо, как бы, ну и по щам вынуть здесь. Да. Но мы как бы все равно вот сунулись. Серьезно? Чтобы, ну, нормально рухнуть здесь. Ну, людям, видать, понравилось, нормально было, да, чё? Ну, фига, качало вас так даже 3 человека. Ну, как вы сами считаете? Да, нормально, ну, вы считаете? Сыграли мы нормально, чувак, чё? Да хреново вы так спели-то. Чё ты сказал? Круто, я попал на ТВ! Спасибо. Волшебных полян, Колян на шее кулончик инь-ян, Колян обнуляет нули к нулям, Колян замечен на рисунках инопланетян, Коля колледжо, коллоквиум колледж, Колян высечена даже на Стоунхендж, Коля колонна, тонна, ум, колесница, Колю в каждый дом пусть это будет традицией, Николас, стиль разработчики Кока-Кола, Никола новая форма глагола, Никола чисто русско-тайская школа, Николаша и Маваша Гиринай, Николай, я вас умоляю, ну скажите же кто-нибудь Николаю, Николай на бис, вуаля, Коля лучший комедийный руля. Респектует Коляну Вован, от Вована Коляну лям, от Вована Коляну салям.